Иди с ковра.
Заправьте. Заправили все? Да. Значит, задача сделать бросок вперед, выведение и удержание. Нельзя! Кто звонит? Не знаешь, вот я и отвечу. Да, слушает тренер. Тренер слушает. Да, а понедельник, среда, пятница, с 2 до 3:15 тренировка. Ну, почему твои родители не знают? Нет, это был мой телефон, и это была подруга. Она... Подруга? Да, она не знала, что у меня сегодня тренировка. Как не знала? Что это за подруга такая? Да, да. Ай-яй-яй, Михаил. Для того, чтобы она знала, что у тебя тренировка, ты должна ее привести, чтобы она занималась. Да, мы с ней давно не встретились, вот почему она извинит. Внимание! Сейчас боремся, бросок вперед и удержание. Или задняя подножка, или бросок вперед. А руками лейте, а руками на пояс. Назад. Вперед называется силовая нога. Ре, потом не лист. И 2 шага вперед. Удой. Готовы? Паджимы. Берем захваты, боремся. Ставим движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Делаем удержание. 7. Не надо болевой. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Артем, стойку. 18, 19. Стоп, все. Вот все, он лежит на спине, он на животе, а ты все говоришь. Ставим. Я его пощипала в шею. Больной. Ты со мной не разговаривай, ты встань и стой там. Леша, шаг вперед. Шаг вперед. Аделина, почему ты... Схватка не закончилась, а вышли из ковра. Зайдите на ковер. Еще ближе, еще 2 шага сделаем. Так, Григорий. Сделал бросок и удержание. Он выиграл. Остаешься. Пополнились. Вы. Алеша, 2 шага назад. Уходишь, садишься. Кристиан, сюда. Стоп. Кристиан. По синей линии идешь сюда. Григорий, перейди сюда, пожалуйста. Да. Стоп. Матер, я не могу понять. Артем, сделай 2 шага вперед. Послушай меня, Артем. Ты лежал полчаса в парке. Начал делать удержание. Он ушел. Я держал за голову. Причем здесь держал? Надо что-то делать. Я хочу ему сделать болевой. Как ты можешь хотеть сделать болевой, если он на коленях стоит? У меня на коленях он вот так. Я хотел ногу поставить сюда. А что ж ты не надо хотеть, надо делать. Ты знаешь, что в партере 5 секунд ты ничего не делаешь, можешь сделать, тебя поднимают в стойку, не знаешь? Значит, ты подумал, не будешь ты лежать целый день, правильно? Приготовили? Все захваты, стоп, все захваты, вот пояс. Все захваты ниже. Пояс. Все захваты ниже пояса, дается замечание шире. То есть у нас борьба идет захваты, все выше пояса. Потому что если ты будешь брать за ноги, это будет борьба самбо или борьба больно. Приготовились, аккуратно. Паша! Борешься, лук-то. Да, берешь захваты, делаешь то, что показывает. Сюда руками занимается. Не уходи с ковра. А что?
вышел за ковер, тебе замечание шире. Еще одно замечание, и тебя сковрать не будет. Не имеешь права уходить. Послушайте внимательно, если ты ему делаешь убежание, ты вслух начинаешь считать. Если ты делаешь убежание, то есть начинаешь делать убежание, не считаешь. Раз, уну, дой, трей. А я слушаю, если правильно говорю, молчу. Если неправильно говорю, Артем, удержания нет. Приготовились. Отсюда. Цени приза. 2 минуты. Не слышу привода. Артем Васильевич, только удержание. Душить не надо. Это не удержание, это болевое. Удержание держит его на спине. Вот это удержание. Стоп, тихо, правильно. 6, 7, 8, 9, 10. Это не пон, 20 секунд не пон. Скоро на ТФ встали. Встали в свой пон. Аделина заправит. Что ты ходишь? Еще раз. Ребят, встали вот здесь, все. Аделина, встали, сразу заправились, поправили. Ваш вверх вперед, ваш вверх. Поправились и стоим. И ходим по ковру и заправляемся. А вот здесь, два шага, и здесь заправляемся. Все. Что ты здесь стоишь? Где ты должен стоять? Здесь. Отсюда делаешь два шага, вот здесь. Вот, и здесь ты должен стоять. Да. Молодец. Так, Михаил, шаг назад. Шаг назад. Так. Ты сделал удержание. У тебя и пон. Вы поклонились. Так, остаешься, а ты идешь ко мне сюда. Сядь туда. Алеша, ты борешься с ним очень аккуратно. Вперед. Здесь проходишь и там ждешь. Помолчи. Артем, остаешься. Казмин, два шага назад. До упас. Григорий, сюда становишься. Помолчи. Ты судья. Вот здесь сидишь. Да. Слушаю вас. Два шага. Сколько будет? А сейчас без 10, да? Без 10, 4? Сколько? Да, да. Матея, поклонились, построились. Я извиняюсь. Подравнялись. Подравнялись. Стой, Кай. Молодец, встань сюда. Вот сюда. Юрий Александрович, зайди этот, налей этот, кто и как? Я. Кто и как? Не. Нет, ну значит. Ближе, ближе. Молодец. Алинея. Алинея. Дрек. Так. Космик. Козлин, да. Молодец, 3 победы. Ну, если я увижу там эту штуку, постарайся потом донести. Нет, зачем? Сюда встань, сюда встань. Алинея, Дрек, пятница. Ларина Дерек. Спасибо за тренировку. Кейфа. А, так это Витя на кино. Они походу есть у нас.
Так, Артём, иди сюда на секунду. Сюда. Смотри, если ты со мной с чем-то не согласен, подними мне руку, я подойду на свою руку. А ты начинаешь оттуда как бы не отвечать, одно, второе, третье. Я могу ошибаться, ты можешь ошибаться. Но даже если я ошибся, я тебе скажу, да, я ошибся, но мне нужно было совсем другое. То есть не вы, я вас не считал. Я считал именно тех, кто делал удержание. Нет, ну ты как бы делал, да, и полевые, там это. Меня попросили только сделать бросок и удержание. А ты переходил уже на болевые. На болевой я бы одну пару там пустил. Здесь почему? Потому что они все делают, чтобы не травмировать руку. И я бы смотрел за двумя. Так за тремя я просто не успеваю. То есть удержание я вижу, кто как делает, а болевые могут резко дернуть. То есть с Казмином я бы не дал делать болевой. Я бы не дал три боя. Он вот мое тело, да. Хорошо, да?